один есть.
Бандиты, вот суки. Вы что, типа меня тут поджидаете, а? Это радио «Свободный Орегон». Правда.
освобождает. Земля в наших руках. И нам решать, как использовать ее во благо себе и своим близким. Это не я придумал. Это право нам дал сам Господь. Но некоторым этого показалось мало. Они хотели большего. Когда топлива стало мало, они решили взвинтить цены, чтобы сосредоточить в своих руках власть. Мы хотели строить дамбы, чтобы добывать электричество. Но косяки форели оказались для них важнее обогрева наших домов. Мы хотели срубить деревья и построить дома, но гнезда пятнистых сов были для них важнее, чем вся лесодобывающая промышленность. И вот федералы под землей. Мы избавились от посредников. Теперь никто не помешает нам взять то, что принадлежит нам по праву. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Видишь ли, Коуп, цены на бензин-то упали, да еще как. Только одна проблема, его надо искать самому. И тут навалом уродов, которые жаждут прибрать к рукам то, что наше по праву. Ага, надо заправиться. То, что надо. Выходи! Порядок. Надо подзаправиться. Вот так. Вот порядок. За черт, кто-то попал в ловушку. Все будет хорошо. Ты хочешь тут сдохнуть? Слушай, рядом есть лагерь. Лагерь? Да? Где? Да-да. Я пойду. Peaceful Lake. Марк Коупленд. Там безопасно. Спасибо. Спасибо. Я думал, что умру.
Скажи им, Дикон, Дикон Сент-Джон. Беги, старайся на глаза не попадаться. Это Намат, пускайте. Так, где Такер и Элкай? На раскопках они. На каких, твою мать? На севере. Вон там. Кто тронет мой байк, пальцы буду ломать тебе персонально. Да понял, понял. В общих. Говорю тебе, куда ни глянь, везде сплошное поле лавы, на 25 футов вглубь. Нужны молотки отбойные. Вот только не надо мне тут лекции читать. Я в курсе. Чёрта с два. Наши люди голодают, а даже были бы и сыты. С лопатами на это все равно ушли бы месяцы. Да мне наплевать!
Да, мы голодаем, Эл. Но работу нужно закончить, даже если на это уйдет целый год. Других-то дел у нас все равно теперь нет. Стой. Это не все. Ну так давай поскорей, не задерживай меня. Упокоители. Сегодня. С утра большая группа шла через перевал. Вы ничего не сделали? Да мы... Сама знаешь, у нас мало людей. Они идут на север? Эл, упокоители идут к нам? Да или нет? Я не знаю. А этот может. Ну и что ты от меня хочешь, а? Что тебе надо? Хватит, Элкай. Знать это не его задача. Это ты у нас знать должен. А что мне теперь, разорваться, что ли? Реши, либо я тут в земле ковыряюсь, либо иду в водище и встаю на защиту. Иди на склад, проверь, что с боеприпасами. А на раскопки пойдет Уэйлер. На что уставился? Да так, жду, когда у тебя мозги отрастут. Стоять! Ты Леона нашел? Но хоть кто-то здесь умеет делать свое дело. Поехали. Когда ты в последний раз приводил к нам новых людей? Таким людям, которые остались в Одище, вы здесь не обрадуетесь. Люди мрут от лихорадки. Это меня не волнует. Тебе нужна наша еда? Тогда должно волновать. Я же сказал, работу у тебя мы берем, но жить под твоим началом не станем. А напомни-ка мне, а то память уже не та. Почему? Потому что в этом нет смысла. Ха, ну надо же, какой ты оптимист. Где Бухарь? Он сказал, поедет в лагерь Копленда. Хочет там купить рыбы. Вы что, с Копландом скорешились? Его лагерь ближе к вашему? Не ближе и не дальше. Слушай, я Бухарю не нянька. Он ездит куда хочет. Господи, он у вас что, днем и ночью горит? Дохлых фриков прибавляется с каждым днем, в том числе и твоими стараниями. Жжем днем и ночью, а что делать? Лейте больше бензина. Сгорают быстрее, меньше дыма. Нет на это бензина. Когда он весь кончится, на чем будет ездить твой байк? На слюнях и поте? Я не поняла, что тут происходит. Недостача. Со склада пропал провиант и патроны. Господи, кто был ночью в дозоре? Уиллер. Сегодня удвоите караул. Это начинает меня бесить. Хорошо. И в районе все спокойно. Я же говорю, тут как в тюрьме. Сборище ленивых лжецов, воров, насильников и убийц. Знаешь, почему так? Без понятия. Потому что мы такие и есть. Фрик-шоу. Выжили все самые мерзавцы, те, кто похлеще всяких фриков. Остальные надеются, что я буду кормить их, защищать, ухаживать за ними, пока они сидят на жопе и созерцают гибель мира. Эй, ты! Ну-ка, живо за работу! Не заставляй меня звать Сайруса! Ленивые подонки. Хотят валять дурака, пусть делают это ночью. День — мое время. Управлять лагерем — то же самое, что управлять тюрьмой. Ты уже говорила, но я забыл. Ты кем была? Начальником тюрьмы или типа того? Да ну куда мне? Я была всего лишь надзирателем в женском корпусе. А у тебя, судя по твоему виду, наверняка были проблемы с законом. В тюрьме срок не мотал? Закон нарушал, было дело, но в тюрьме я не сидел. Для тебя есть работа. Ларсон вчера ходил за припасами. Говорит, видел кого-то в Мэрион Форкс. Вроде бы какая-то молодая девчонка, но толком не разглядел. Он остановился там, поискал ее, но не нашел. Это точно? Ларсон этим занимается давно, как и ты. Уж он-то видит, кто человек, а кто фрик. Но ты по этой части спец. Разыщи ее, пока не нашли фрики. Я попробую. Слушай, Такер, сначала я хочу получить кредиты за Леона. Будешь приводить мне живых людей, и я тебя завалю этими кредитами. Пойду найду Уиллера. Кому-то светит ночь в карцере. Да.
Элкай, что надо, Намат? Это что там было? Вы с Бухарем тут не натыкались на упокоителей? У меня тут в Iron Butte человек от упокоителей сбежал. Его пытали. Ну, это понятно. Но не просто так, а выясняли, не видел ли он двух байкеров, двоих. Слыхал ли он о таких хоть что-нибудь? Полно людей на двух колесах. Что? Я-то тут при чем? Ищут бешеных псов. Много намадов еще живут под своим флагом. Кроме вас двоих. Сдается мне, на вас открыли охоту. Вот и узнаешь, каково это. Показывал бы лучше товар, чем языком чесать попусту. Как скажешь, Дик. Здесь давай. Хватит балду пинать. А ну-ка за работу. Дик, ты там уснул? Что-то не так? Мощный, бьет кучно. Тебе понравится. Загляни, если что-то нужно будет. Тебе что-то надо? Осталось определиться, кому это отдать. Я пройдусь в ту сторону. Надо размяться. Чтобы ехать на север, надо доделать байк. Значит, Коупленду.
За байком пришел? Еще один трофей. Сен-Джон, это Такер, прием. У нас для тебя задание. Привет, Такер. Ладно, я заеду как смогу, отбой. Лагерю. Просто хотела сказать спасибо. Дикон Сен-Джон, это Такер. Я тебя уже спрашивала, куда подевался Бухарь? Где эта сладкая мордашка? У него все нормально? Дикон на связи. Нормально все. Я же говорил, он занят. Наверняка пошел на вылазку для этого козла Марка Коупленда. Похоже, я ему не особо нравлюсь. Бухарь, в смысле. Знаешь что? Я ему не нянька. Конец связи. Yeah.
Ладно. Лом. Хорошо. Бензин. То, что надо. Хорошо. Открывайте! Стойте, я его знаю. Открывайте. Как дела, Дик? Мэнни, я тобой все еще недоволен. Че, проблемы? Эй, Коуп. Наверное, Леон вез тебе это. Дик. Ты сделал верный выбор. Верный выбор. Иди к Мэнни, он поможет тебе с твоим байком. Эй, Дик!
Мэнни, как поживаешь? Ты знаешь, что такое вувузелы? А кто такие упокоители? Сектанты, которые считают себя фриками или типа того. Так вот, эти сучки воображают себя банши. Слышали, банши? Это трудно описать. Я видела только пару, это всегда женщины. Выше обычных фриков. Ты что-то ищешь? Здорово, Мэнни. При виде людей они вопят. Видимо, предупреждают других. В общем, я нарвалась на эту сектантскую тварь с вувузелой. И она дула в нее так, будто хотела натравить на меня кучу фриков. Я еле убежала. У меня есть неплохой товар. Пока. План пока, Дик. Эй, просто смотрю. Пока все. Здорово. Как дела? Да. Ты убивай, а я буду считать. Пока что это все. Ага. Ладно, до скорого. Думал, что ты так зачастишь сюда. Привет. Эй, ты прям сюда зачастил. Мэнни. Собираешься просто так стоять? Потом еще будет что-нибудь. Буду нужен, заходи. Бывай, Мэнни. Как дела? Просто смотрю. Я могу помочь? Кредитов маловато. Пока. До скорого. Здорово. Как дела?
Дик, ты на связи? Ух ты! Какого хрена ты не спишь еще? Ну, не спится мне. Ты помнишь, что я тебе говорил? Не ездил бы ты туда, Дик. У тебя от этого башню сносит. Бухарь, я... Слушай, я езжу туда, потому что там фрики. Нам нужны трофеи, а уж где их добывать, мне похрен. И тюльпаны фрикам везешь? Я видел сегодня утром на столе. Такие что же, нужно? Какие у нее были тогда, на свадьбе, я помню. Я не буду... Так, короче, ты там лежи, отдыхай. Я занят, конец связи. И это не тюльпаны, это отчитки. Глаза разуй. Так что, Такер, мне-то можно доверять? Дик, ты знаешь Намада с монтировкой и шрамами на лице? Его все зовут Лимбо. Не знаю. Он вчера пришел в лагерь, принес кое-какую добычу, выпил немного. Ушел, похоже, только сегодня утром. Такер, я за охрану не отвечаю. Скажи Алкаю. Он насмерть забил двоих, Дик, в том числе женщину, Боумана и Хьюит. У нее лицо было разбито до неузнаваемости. Хьюит? Это... Мария, что ли? Господи. Он местный, этот ублюдок, Лимбо? Элкай говорит, они обосновались в старой егерской сторожевой вышке на восточном склоне трехпалого Джека. Ага, знаю, где это. Я разберусь. Я так и думала. Эй, что тебе нужно? Привет, как жизнь? Заливай. Пока. Пока. Секундочку. Вот так.
Как жизнь? Days Gone — это тема. Это моя жизнь, да, я сейчас скажу теперь. Ну, типа... Где еще можно искать пункт эвакуации 50 часов, блядь, за Ханка, да? Да. Extraction Point, вертолет прилетал, и свои пацаны прилетали, ты типа, как я свой, пацаны, не приди. Они такие, нет, ты не свой, нет охуенного желтого комбинезона, пошел нахуй. Мало кто знает, что Ханг искатался. Да-да, Ханг был байкером. Потерял жену, блядь. Все думали, куда он пропал после Raccoon City? Он ехал в горы рассекать на байке. Вот если будешь играть, играй только на сложно 2. Ну, это зависит от того, на чем играть. Потому что на геймпаде совсем другой экспириенс. Ну, на геймпаде ты не вывезешь, сразу говорю. Потому что три удара, извините, это тебе не... Это тебе не то. Да. И знаешь, типа, я сначала думал, что игра сломана. Типа... Я сохраните игру.
Я сохраняю игру. Игре похуй. А оказывается, сохраняться можно только около мотоцикла. Ты думала. И когда, короче, ты чистишь лагерь, если подбегать к мотоциклу и сейвиться, ты когда умираешь, и как говорят, пошел нахуй, обнуляет, возрождает всех врагов после смерти. Чисти ну, заново. Ну нет, потому что обузить. Тот самый умный нашелся. Обузер? Ну, блин, там было 14 человек, я думал, ну что, 14 человек разом чистить? Yes. Я так понял, ты же, ты Splinter Cell, да? Ну, я там, ну да. Телсел. Сейчас, сейчас, я проверю кое-что. А еще я понял, что у каждого разные кредиты. Ёбаный. А в чем комбо заключается? Че, с Эмилем? Смотрели фильм с Николасом Кейджем? Смотрели Меган? Я кукла-убийца. Муген? Меган? Муген, да. Тот самый Муген. 8 в одном. Или как-то Mortal Kombat 8. Или какой там у меня был Муген. Я помню, такой кринж ловил, блядь. Когда, в принципе, увидел, типа, какой Mortal Kombat. Типа, МК-8. Там что-то за говно, блядь. Буквально какая-то восьмая часть, да. Типа мюкены ебаные, какого хуя. Я реально покупал какой-то диск. Там, да, отдельно просто один муген вроде был. Такой, конечно, скам дикий. Скам на баксы. И типа, блин... Помню, запустил такой, ну вроде Mortal Kombat, но что-то тут не так. Что-то тут не так. Да, да хера персонажей, что-то да. Как бы... что? Можно было бесконечной жизни заливать на F2. Да. А, да-да. Я помню, как это что-то... Нажимал кнопку, а в чем смысл? Ты устанавливаешься, и враг устанавливается. Еще помню, когда ДХТ ездил в Крым, там купил, блядь, тоже мугеновский сборник с Наруто. Это, блядь, это вообще пиздец. Причем там скриншоты были из PS2 версии Наруто, сука. За которые я тогда вообще не шарил. Там, какие-то Наруто там, клёвые вроде, Ultimate Ninja там, которые первая, вторая, такой. Ну да, мугены были почти похожи. Но вот их там дохуя было прям. Хотя мне тогда заходили мугены по Наруто. Довольно прикольные были. Такие чибики вырезаны из... спортативных всяких игр вечеровских по Наруто. А боевка какая там была? Типа классический МК, что ли? Или обычный 2D файтинг? Не знаю, наверное. Но там можно было тоже зажимать, делать всякие экзанганы с Чидори. Клонов создавать. Ну, вообще было прикольно даже. Конечно, ебалово дикое по скриншотам. Что пиздец. Да, я помню, что там тогда пиздец охуевал, типа не понимал, видел диски на ПК. Там же Крыму с Годофором первым и вторым. Я просто такой, блядь, типа, что, в смысле, их же на ПК не существует. Это я не знал про эмуляторы там вообще. Я вообще такой, как? Я вот до сих пор думаю, там реально там God of War с эмулятором? Или там какой-то муген God of War, блять, или что-то?
Не, ну, наверное, просто эмулятор на диск заливали и все. Ну, типа, очень. Ну, просто, знаешь, ну тогда, типа, какой там год был? Ну, там, 2006-2008, типа. Я вообще тогда слыхом не слыхивал про эмуляторы, да какие. Да и как они вообще оптимизированы в то время были. Даже первый-второй год в War тянуть, до сих пор думаю. Полохуя. Жалко, не купил проверить. Подожди, сейчас открою. Я помню, еще я в Крыму хотел пиздец. Увидел в журнале каком-то Дэдпула. Игрушку, которая все конечности, типа, вращается там по суставам, складывается. Ага. Я пытался найти эту хуйню, блядь. Вот это да. И хуй там. Это реально в то время, блядь, ну, вот эти там какие-то специализированные магазины, наверное, только продавали подобные игрушки. Окей. Если вообще у нас в России такие были. Ну, я тогда не понимал, такой, бля, а где? А где, блядь? Хочу, сука, вот чтоб суставы там складывались, да, вот. Чтоб ему там руки заворачивать, да? Да. Вообще, я тогда, кстати, даже, по-моему, не знал, кто такой Дэдпул. Я просто думал, что это Человек-паук с пистолетами. Да, 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 да. Типа, воу, там Человек-паук что-то произошел в жизни, он достал два пистолета и начал убивать. Вот, не я один такой, что за это значит? Такой, вау, лор, такой, наверное, у него... Типа, реально, я думал, типа, он там за дядю Бена мстить начал. Дядя Бена и двое стреляет в упор, да? Металл нужен. Ну да, блин, окей, я... Что меня вот бесило, типа... Еще в Arkham Asylum первый Бэтмен, смотрел, как папа играет. Типа, почему Бэтмен не возьмет пистолет? Я же не знал про лор, про принципы. Ну, типа, у меня реально жопа горела. С Бэтменом. Такой быть, не может так стрелять. Нормально, да. Ты поберешь и расстреливаешь. Они же все равно преступники. Куча их убивать. Ну, что там, да. Руки, ноги ломать можно, а стрелять нельзя, а, сука. Валидов делает так. Ну, не знаю, по-моему, я как-то всегда более-менее знал. Ну, просто что-то. Были у меня там комиксы какие-то про Бэтмена. Да и мультевы досмотрел. Пригодится. Я помню, Архам, Тайлом прям убил меня более-менее в свое время. По крайней мере, в плане техническом. Да, мне тогда казалось, что ух, прям такая плавная игра, такие анимации прям. Блин, да в этом я что-то не помню, что такого третьего лица с такими классными анимациями. Давай, давай, давай! Блин, сложно оторваться. Сейчас. А! Ты тебя заставляет. Ты не так долго защитить. Да. Хочу. Сплинтерселить. Так селить. Так он сохраниться можно. Ду-ду-ду-ду-ду.